любой партнершей очень хорош. Ой, сама тебя не похвалишь, никто тебя больше не похвалит. Не, ну тебя смотреть было невозможно, Марат молодец. Чуть-чуть, еле успел сплотить. Слушай, ну, я смотрю, я говорю, прекрати уже трястись, а ты пошел враж за этой маской. А надо я, было уже ржал, быстрее. Я... Да нормально. Ну, вот, слушай, ну вот еще бы чуть-чуть было, ты не успел. Немножко пораньше бы скинул, больше бы прозвучало пати, да. Ну, потом собрался. Есть первая шестерка за технику. За технику 5-9-6-0-5-9-5-9-5-9. А ведь это только первая оценка. За артистизм 6-0-6-0-6-0. Мы уже привыкли к тому, что Марат получает за артистизм одни шестерки. И... еще раз это происходит. Они опережают две предыдущие пары и становятся лидерами. Таня, Навка! Прости! Оценки просто замечательные. А у меня вопрос к Татьяне Анатольевне Тарасовой. Как же вам понравился образ Ани Семенович и грим Марата Башарова? Мне они понравились вместе очень. Вот, очень понравились вместе. И грим, и костюмы, музыкальные, танцевали чудесно. И с диким каким-то прямо вот кайфом. Вот. Всегда очень видно и всегда чувствуешь, когда людям нравится то, что они делают. И вам нравилось то, что вы делаете, и вы могли это уже технически исполнить. Вот что очень важно. И донести это до нас. Не потому, что вы не споткнулись, а потому, что вы просто... Какая разница в танце, как бы на чем стоять? Или в туфлях балетных, или в туфлях народного танца, или в нашем случае в коньках. Так вот, вам коньки сегодня не мешали. Я вас с этим поздравляю. Спасибо. Александр Дмитриевич, а как же ваше мнение? Вы знаете, за неделю создать такой совершенный и абсолютно... законченный танец, по-моему, просто невероятно. Это настоящее художественное произведение. Ну, на меня оно произвело просто колоссальное впечатление. Спасибо. Вы знаете, я за артистизм поставил 6-0, несмотря на то, что впереди еще много пар, я просто боялся не успеть поставить самую высокую оценку. Спасибо большое. Мне очень понравилось... что это такая драйвовая пара получилась, такой замечательный тандем. Я не говорю, что Навка плохо смотрелась рядом с Маратом, но Аня просто показала себя с лучшей стороны, и пара потрясающая, несмотря на нездоровый цвет лица Башарова. Спасибо, Екатерина. Вы знаете что? Мне прежде всего понравилась поразительная раскрепощенность, какая-то удивительная свобода, которая, я понимаю, происходит только тогда, когда колоссальный труд вложен. И когда уже потом об этом не думаешь, потому что работа стирает следы работы. И в этом смысле я просто вспомню Александра Сергеевича Пушкина. Лаура говорит, что мне удавалось каждое движение слова. Я вольно предавалась вдохновению. Слова текли, как будто их рождала не память рабская, но сердце. Знаете, и вашу свободу мы увидели в ваших оценках. Спасибо вам большое, Вера Орлова. Мне хочется вам сказать слова огромной благодарности за то, что вы сделали для всех. Для всех малышей, для всех взрослых, которые так полюбили фигурное катание. У нас в стране сейчас начался просто бум. Я знаю, что коньков не купить. И я прекрасно вас понимаю, Марат, когда вот вы говорили в этой небольшой нарезочке о том, что можно еще мечтать, как Татьяна Анатольевна подойдет, вас так вот возьмет ручками за лицо и поцелует, потому что Татьяна Анатольевна потрясающий человек, всю жизнь отдала фигурному катанию. И когда Татьяна Анатольевна говорит здесь, на этой программе, слова благодарности Первому каналу, то понимаешь, как эти слова идут от сердца, от души. Я уверена, что сейчас уже очень много малышей приняли для себя решение сделать все, чтобы стать олимпийскими чемпионами, а их родители приняли для себя решение их поддержать.
Поэтому, господин Жуков, Александр, вы уж не подведите. Олимпиаду проведите обязательно и как следует. Анечка, скажи, пожалуйста, завидуешь Татьяне Марковне? Ой, ну, наверное, в какой-то степени, да, когда ты с таким прекрасным партнером, это просто чудо. Но у меня был тоже замечательный партнер весь проект, Слава Разбегаев, и мне кажется, мы тоже с ним смотрели здорово. Ну, а потом Таня, олимпийская чемпионка, она достойна лучшего. Марат, как проходила тренировка? Как готовились? Тренировки, да как обычно, со смехом, весело, задорно, с песнями и с плясками. Потому что... С такой женщиной огоньком тоже не соскучишься. Оба твоих партнера актеры. У них есть что-то общее? Ну, то, что они актеры, а такая немножко разные, конечно, по харизме все-таки. А Слава, он такой более сдержанный, более такой мужественный. А Марат, это просто действительно огонь. Мы с ним познакомились когда-то на съемках сериала «Холостяки». Мы снимались в одном сериале. И вы знаете, когда появлялся Башаров, то все начинали улыбаться. Он заходил и горел, как солнышко. Он просто освещает всех собой присутствующих. И с ним работать одно удовольствие, правда? Ну, соответственно, тебе вопрос, Марат. Обе твои партнерши, фигуристки, а у них есть что-то общее? Ну, в первую очередь, конечно же, и Таня, и Аня, они разные. Они обе замечательные, обе красивые, обе классно катаются на коньках, тут говорить не о чем. Но есть и разные стороны у этих девушек. Есть и положительные, есть и отрицательные. Но, в принципе, я люблю в женщине все, и отрицательные стороны, и положительные. Потому что это женщина, она имеет право на капризы. А если бы с самого начала ты танцевал с Саней, дошел бы до финала? Дошли бы. Добежали бы. Мы так быстро бы бегали, что мы бы добежали. Поздравляю, спасибо. Вы доставили колоссальное удовольствие. Счастливо.